Приветствую всех! Продолжаем Golden X3. Надо бы уже закончить, надо уже эпическую битву досовершиться, да она бы уже, скорее бы уже. Но вот здесь будут эти вот скелеты, ящеры, поэтому надо как-то думать. Магию подкопил, заново приходить пришлось, но ну да ладно. Суть даже не в этом. Ничего не поделаешь. Приходится проходить заново, потому что очень адски сложно. Последние уровни это что-то просто. Это разработчики просто всю душу вывели, наверное. Потому что практически вся игра проходится хорошо. А вот к концу последние где-то 2-3 уровня все. Тут уже начинается полный раш. Адреналин причем. И стоит играть на двоих. Самое было бы замечательное. Но ладно, я буду отчаянный герой. Одиночка, соло. Соло, соло, соло. Так, un solo para todos. Un, dos, tres, cuatro. Ладно. Так, у нас полная магия, полный уровень. 6 баклашек. Ну, хорошо, 6 бутылочек, это нам самое то будет, да? То есть мы справимся, я думаю. В этот раз-то мы с темного лорда-то настигнем. Застигнем врасплох. Смотрите, что делает, а? Ну-ка, ах ты подлец, ах ты подлец. Огрёбатый ящер. Болезнь такая, вот видимо они заболели ящером. Так, двоих сразу, да? Немножко остается, все, они практически повержены. Все, вот это я понял. Ох, козлы пришли, блин. Только не козлы, пожалуйста. Буду магию использовать на козлов, потому что это все. Вспомните этих козлов, это просто умереть не встать. Рогатые, а? Черти. В юбках. Я вам дам. Ван дам. Так. Ну что, сляжем вместе? Смотрите, что делают, а? Нет, не помогло. Даже полный уровень магии нашей волшебной фигу с маслом. Нет, вообще никак. Смотрите, они какие подлецы, а? Вот Гондураса 2. Вот, вот, вот о чем я и говорю. С прошлых серий это и начиналось, вот эта вот бесконечная вот эта борьба с этими вертухаями. Вечно крутится, что-то вертится. Не имется им все никак. Приходится крутиться, вертеться им постоянно. Что за вот нелюди-то, а? Жри, жри, жри его, давай. Ох ты, вообще никак. Смотрите, что творят, а? Ладно, используем магию, что-то мне как-то вот не внушает доверия. У меня жизни-то там с гульки нос. Надеюсь, все нормально будет. Хочется верить. Потому что проходить 100 раз я не выдержу больше. Я больше не выдержу. Мне нужно будет срочный отдых. Санаторий ВЦСПС. Так. Ну что, вы слегли уже, товарищи мои? А, вот оно как, да? Слушайте, они, по-моему, устали. Они сами уже заколебались. Ой-ой-ой, не скидывай! Могут скинуть, могут. Не надо. А, нет, не могут. Смотрите, а что здесь сделали ограничения? Ну, специально, я же говорю. Разработчики здесь попировать решили прям вот по максимуму, так сказать. Начинается. Ну, кто тебя просил эти вертушки делать, а? Ну, ведь так все хорошо было. Смотрите, что вытворяет, а? Почему я так не могу сделать? Я тоже хочу какой-нибудь супер удар сделать себе. Не-а. Последней жизни, что? Что я могу сказать вам? Господа мои хорошие. Магия! Магия Хогвартса! В домашних условиях. По-другому это не лечится. Вот это вот козлосостояние. Вот это вот. Быдлота. Древнегреческая или какая-то древнеегипетская. Непонятная какая-то быдлота. Ну что, сдохнем? Нет, мы сегодня. Это. А им, по-моему, параллельно. Они, ребят, такие отчаянные, да? Ну иди сюда, козлик ты мой. Козлик ты мой. Все, козлик. Наконец-то слег козлик. О, сейчас что-то опять будет. Ты черные пошли, а? Загорелые. Не надо, я буду потихонечку вырубать по одному, потому что набежит сейчас кучка, если я вперед чуть-чуть пройду. Это будет дохлый номер. Так, лежать. Лежать, деньги в трусах тебе прятать. Ну, нет, что ли? Так, ладно. Сделаем тогда так. Да, вот. Эффективнейший удар-прыжок. Больше я
Больше я не знаю. Вообще просто вот меня это выносит. Вот это вот. Жиртрес, иди-ка. Все, уходи, я не хочу. Не хочу я с вами разбираться, с вами разборки эти учинять какие-то. Не надо вот этого делать. Где этот сволочь? Где этот тёп? Дай св... Ух, тут еще и курицы эти. Ой, блин. Все, я походу трубку сейчас сыграю. Я сейчас буду играть в труппе. Культурная труппа, так. Курочка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Вы далеко и даже не скучаете. Пара-па-пара-па-па. Так, ну хорошо, курицы мои. Курочки мои, девочки. Знаете, чувствую себя сутенером. Ополчение проституток на дядю сутенера. За недоплату, как говорится. По договору. По липовому. Так, иди-ка сюда, мой латекс. Моя латексная девочка. Моя латексная курочка. Не надо. Так, вот удобно с лесенок, конечно, это все выпендриваться. Ах, все, да, слегли. Слегли мои девочки. Так, лесенка. Идемте, идемте, мои близнецы парные. Так, отлично, близняшечки мои. Все, сразу двоих, смотрите, да? Здорово. Так, где... Ой-ой-ой, начинается. Начинается карусель. Карусель начинает разгон. Покатайся на нашей карусели. И пускай этот дурачок один стоит, красный. Джедай. Красный джедай, пусть стоит в сторонке. Девчонки стоят в сторонке. Да что ж ты, давай уже. Смотрите, что делает. Ты оборону принял, да, оборонительную реакцию. Не надо. Ты стой, второй. Тебя никто не просит ходить там. Вот, кстати, хорошо, что он начал стоять, но он сейчас раз это опять... Ну не надо, ну. Мне бы хотя бы одного победить еще сперва. Ой, нет, 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 уж третий вышел, блин. Я не хотел вперед, из-за второго вот все мои планы коварные рухнули. Кстати, вот здесь, конечно, да, я же говорю, оторвались разработчики просто в хламиносинку причем. В общем, магия. Магия, магия, магия. Без магии, как говорится, и суп невкусный. Маги. Куриные кубики. Куриные кубики, багги. Че, ни один не слег? Печально. Ну и ладно. Досадно, да и фиг с ним, короче. Ай-яй-яй, нет-нет-нет, не надо мне щупать там. Так, отлично. Вот примерно тактика понятна, но... Это все равно это надоедает, а, вот это вот. Одна и та же борьба, вот это уже давай, где темный лорд? Сколько можно тянуть уже кота за хвост? Снимите уже, в конце концов, шляпу, так. А, я не успел, я допрыгнуть не успел, блин. Ну, хоть один сляк уже, а. Есть. Так, вот так вот надо, да, с расстояния. Вот по-другому никак, этим персонажем только так. Блок можно ставить, но блок у него немножечко заторможен, а вперед удары иногда не срабатывают. Механика игры уже, я тут не... Ничего сделать не могу. Нет. Так. Да что ж такое вытворяют-то, дебоды? Околдовали, деб... Демоны красные, а? Смотрите, демоны, действительно, это вот демонический цвет красный. Ой, друг... Ой, друзья! Мои други пришли, кореша. Ну, иди сюда, карлик. Блин... Дай-ка мне бутылочку. Спасибо большое. Да еще, пожалуйста. Я тебя прошу. Спасибо большое. Итак, что, момент истины, где эта сволочь? Вот она, эта сволочь уже здесь. Пришла уже, да? Вообще-то ему и я пришел, а не он пришел. Вообще вот постоянно в любом, в любые боссы, да, они сидят дома. Ну, грубо говоря, дома. А мы вечно... Не сидится нам на месте, мы герои, мы должны идти. Почему демоны не приходят к нам? Ну, хотя они приходят, а мы в это время где-то спим, там, прохлаждаемся с телочками, там, наверное, в баре отвисаем. В каком-то средневековом таком. Смотрите, что делает, а. Мне секиру надо, я пришел за секирой, срочно. Там деревня погибает. Моя Юрия погибает, страна. А вы мне тут сказки лепечите какие-то.
Вот не срабатывает вперед удар. Ай, нет, дальше не продвигаемся. Нет, ни в коем случае. Мой ты человекоподобный пантер. Дальше мы не пойдем. Нет, ни губу не раскатывайте, не надо. Там сейчас еще появится кто-нибудь. Я не хочу вот этого, сейчас начнется. А, он сам там умер, да? Ну хорошо. Они сами умирают, то есть это в порядке вещей, в общем-то. Иди тоже отсюда, иди за своим собратом туда же. Туда же, в ту же стихию. Откуда вылезли, туда и полезайте обратно. Ну что? О, блин, жердяй. Ой, ненавижу, а. Одедовижу жердяев. В игрушечке Golden Eggs. Я, конечно, хорошо отношусь к таким людям, но... А в игре вот такие меня накаляют. Они маленькие, противные такие, ушлые. Вот-вот, вот и дубеночками машут, огнем дышат они. Ничего, сейчас я твои потроха сжую. Как рыбку соленую. Блин, ну что за разговор о рыбке опять? Не надо, нет. Ах, жена-то тебе рожки-то наставила, я смотрю, темный лорд. Чё-то тебе не повезло с супругой-то. Нехорошая попалась тебе девчина. Блин, вот я же говорю, они поджигают поджигалочки. Не махай, толстый, у тебя сил не хватит. А где у него руки? Где рукоятки-то у него? Терял? В боевых сражениях, видимо. Ну что? Чернота ты моя родная. О, вот она. Вот он золотой моей секиркой ходит, подлец какой, рогатый. Ты. Какая-то мартышка на груди у него висит. Какой-то оккультист, по ходу дела, сектант. Ладно, сейчас я твою всю дурь выгоню. Сейчас вся дурь у тебя уйдет. Куда ты ножкой топаешь? Я тебе сейчас устрою гопак. Не прокатит гопак. Все, извини, братка. Не обессудь, но все. Так. Братка, я тебе не завидую вообще. Ни один не слег, а? Так, ну я буду стараться, конечно, но... Я не уверен, поэтому пока ничего сказать не могу. Ну иди сюда, золотой секировский мой. Секировский-золотовский. Блин, последний остается, ребятки. Надо сохраниться, наверное. Очень-очень тяжело. На последних стадиях, ну просто, вот как вы видите, это просто вынос мозга идет уже. Разработчики на славу потрудились, конечно. Ох ты какой! Не надо! Вот смотрите, что делает. Как Шаукан прям. Кстати, похож. Очень похож на Шаукана. Не надо, говорю. Чё ж ты меня трогаешь-то так, а? Вот смотрите, просто в хламиносину меня выкидывает он. Так, пускай пока ходит там. Господь наш. Господин, сам по себе он там, да? Вот ходи внизу там, я тебя не звал в гости пока. Я вообще не виноват. И вообще у них был мой паспорт, меня пытали, поэтому... Я пришел так, с миром. Я пришел за круглый стол. Как сказал Жириновский, лучше вместе... по 200. Правильно? Правильно. Опять прибежал. Да что ж такое-то, ну... Иди отсюда, выходишь тут. Тебе внизу надо ходить, а не сверху. Да дайте мне уже встать. Концов. Сляжешь ты нет сегодня, ребеночек мой. Господин ты мой рогатый. Золотой моей секирой-то как раз таки. Уйди со своей волной. Хит-ФМ, не надо мне показывать свой. Блин, начинается. Ой, атака, это просто конкретная атака. Просто вот в душу заглядывают, а? Так, в конце концов, где моя секира? В руках у тебя. Я не уверен в своих силах. Уже больше. Ахаха, я не успел! Блин, вот он предугадывает некоторые действия. Вот это плохо, кстати, очень. Вот, смотрите, что делает, а. Блин, я, по-моему, труп, все. Ох, поджарили мою... Мой попец бомбанул. Попецка бомбанула. Все, я, походу, слег. Да? Да.
Какая жалость, а? Ну что, еще придется мне, наверное, проходить. Я вот не знаю, как мне поступить теперь. Не вернули мы, короче, золотую секиру. Не повезло, как говорится. Я не знаю, возвращаться, не возвращаться. Честно говоря, подвымотало что-то меня слегка вот эта вот вещь. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Возможно, я еще вернусь к этой игре, чтобы сразиться в конце концов с темным лордом. Хочется вернуть секиру. Очень хочется, но не дают. Не дают. Всем пока-пока. Печалечка.